Привет, это канал I Like Pet. Я Таня. Сейчас я нахожусь в парке Красная Пресня. Сегодня здесь решили провести первый зимний фестиваль «Мой пес-супергерой». В этом выпуске мы расскажем вам об этом необычном мероприятии подробно. Собаки-спасатели, военные собаки, собаки-канистерапевты, ездовые собаки, собаки-мастера по дог-фрисби, собаки-компаньоны. 15 февраля в парке Красная Пресня можно было встретить самых разных представителей лающих. Организаторы фестиваля «Мой пес-супергерой» поставили своей целью доказать, что абсолютно любая собака обладает суперспособностью. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. На фестивале владельцы собак смогли прослушать лекции от ветеринаров и зоопсихологов, сфотографироваться с необычными сенбернарами и хаски, посмотреть мастер-классы по дог-фрисби и аджилити, принять участие в викторине и розыгрыше полезных призов для своих питомцев. Мы выиграли бутылку такую, которую можно делать напитки, и много корма для собак. Все. Ну, мы любим такие мероприятия приходить, посещать, играть, участвовать. Это и весело, интересно. И можно с своими собаки прийти. Особое место в программе мероприятия заняли показательные выступления рабочих собак. Свои способности продемонстрировали лающие из поискового отряда «Лиза Алерт», «Шалайки», «Полицейские» и «Военные собаки». Вообще пришла узнать, здесь много чего интересного, прочитала в интернете, поучаствовать в разных розыгрышах точно так же и узнать для себя новую информацию. Я всю свою жизнь сколько живу, у меня всегда были собаки, и мне с ними хорошо, приятно, удобно находиться. Фестиваль «Мой пес-супергерой» посетило около 5000 человек и лающих питомцев. Организаторы мероприятия признали, что останавливаться на достигнутом не намерены и обязательно проведут второй такой фестиваль. Собаки могут лечить, спасать, защищать, веселить и просто быть самыми преданными друзьями. Действительно, настоящие супергерои. О других интересных событиях, связанных с братьями нашими меньшими, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!